Наталья Владимирова в медицине больше 20 лет. Когда начинала свой профессиональный путь, и подумать не могла, до чего дойдет прогресс. С этого года в 8-й поликлинике, где Наталья трудится заведующей, начали проводить телемедицинские консультации. Пациенты с помощью телефона, планшета либо компьютера по видео связываются с врачом и, не выходя из дома, получают консультацию специалиста. Особенность в том, что на фоне лечения пациент, как бы, ну, врач с годами, со стажем работы, в основном по внешнему виду пациента, как бы, может сказать не то, что определить, но как бы оценить самочувствие и состояние пациента. Удобнее всего такая услуга для людей с хроническими заболеваниями, которые нуждаются в постоянной диагностике. Чаще всего такие пациенты обращаются к специалистам с конкретными вопросами по своему диагнозу. Консультации длятся не больше получаса. Эксперты прогнозируют, что в будущем эти технологии могут заметно сократить очереди в коридорах больниц. Данная технология, она актуальна на фоне сложившейся эпидемической обстановки. На данный момент она позволяет по возможности исключить очный визит, очное общение со специалистом пациента, особенно имеющим хронические заболевания, пациентов старшей возрастной группы. Оснащение поликлиники необходимым для онлайн-приемов оборудованием, веб-камерами и наушниками стало возможным благодаря национальному проекту «Здравоохранение». В Самаре такая услуга будет доступна в 35 медицинских учреждениях. Чтобы ей воспользоваться, нужно скачать на мобильное устройство специальное приложение и через электронную регистратуру записаться на прием к нужному специалисту. С полным порядком действий можно ознакомиться на сайте 8-й поликлиники. Мария Левина, Николай Сидоров. События.